Добрый день! Вас приветствует УПАК ТВ. Подведены итоги конкурса на выставке РосУПАК-2015 Part Awards на лучшую упаковку года. В категории «Продовольственная упаковка» победили компании «Готе», «Конфлекс» и «Комус Упаковка». В категории «Косметическая упаковка» выиграли компания «Гифлор» и компания «Витапласт», которая на русском рынке представляет фирма «Центрупак». В категории «Бытовая химия» победила компания «Белпласт Интернешнл», «Уралбумага» победила в категории «Транспортная тара», а компания «Аляска Полиграф Оформления» в категории «Этикетка». Напоследок я вам оставила победителей концепта года. Это компании «Джаки Пластик» и «Смерфит Капа». Компания РПЦ представила новое решение для вакуумной упаковки – диспенсер с массажером. Вместо обычного дозатора диспенсер комплектуется с накладкой для массажа. Эта накладка подходит каждому флакону из серии Magic. Таким образом, диспенсер может быть в объемах от 20 до 520 мл. Компания Aptar представила очередную новинку в мире упаковки – универсальный распылитель Runway с двойной функцией распыления. Этот распылитель может распылять жидкость при нажатии вертикально, как аэрозольный флакон, обеспечивая короткое и точное распыление, либо можно распылять продукт, нажимая на курок мини-триггера, обеспечивая более длительное распыление, которое идеально подходит для больших поверхностей. Компания Corpac представила интересную новинку – двойной флакон, который состоит из двух флаконов в объеме 150 мл, который смотрится как один флакон. Эти флаконы идеально подходят друг к другу и смотрятся очень гармонично. Спасибо за внимание и до встречи!